Мы приглашаем на сцену участника номер 10, Вильхельм Патрик Скабардис, Латвия. Патрику 13 лет, он учится в средней музыкальной школе имени Дарзиня в городе Рига в классе педагога Кнабы Динтры Станиславовны. Патрик исполнит два произведения Джулио Бричальди «Каприз ветер» и «Розауру» соната Бразильера, первая часть. Концертмейстер Дарья Новокрещенова.
Закончил свое выступление участник номер 10 Вильхельм Патрик Скабардис, Латвия. Патрику 13 лет, и свою программу он подготовил с педагогом Кнабы Дзинтры Станиславной в средней музыкальной школе имени Дарзиня в городе Рига. Итак, оценки 9, 11, 12, 11, 11, Марк Ильич. Марк Ильич 11. Марк Ильич 11. Один, 11 Марк Ильич. Нет, Марк Ильич не 12? 12. Марк Ильич. Ну, надо сказать, что мне очень понравилось выступление Патрика. Хотя были, конечно, недостатки, но я готов простить все недостатки за то, что человек играет свободно, у него замечательная артикуляция. То есть человек умеет фразировать. Кроме того, у него есть свобода ритмическая, музыкальная, динамическая, какая угодно. Это значит, он владеет тем, что называется рубато. Это удел немногих музыкантов, тем более детей, 13 лет, играть очень свободно и в то же время очень ритмично, что у меня 12. Спасибо большое. Общий балл Вильхельма Патрика Скабардиса 54.